Друзья, всем привет! Сегодня очень простая самоделка из обычной петли и болта. Самоделка хоть и простая, но в некоторых ситуациях может оказаться очень полезной. Так что предлагаю посмотреть это очень коротенькое видео, а я буду начинать! А получился вот такой очень простой хомутатель из обычной петли и болта. Такая самоделка может оказаться очень полезной в ситуациях, когда нет обычного хомута, а нужно сделать красивое и качественное соединение. В таком случае поможет вот такое простое восстановление обычный хомутатель. Конечно, можно скрутить проволокой обычными пассатижами, но получается не так красиво и качественно. Друзья, если вам понравилась такая самоделка, то ставьте лайк и в комментариях напишите, насколько такая штука полезная. Те, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока!